Под окнами дома номер 22 по улице Нефтяников метровые заросли травы, лужи, забитые тиной, мошкара и даже лягушки. Чем не болото, жалуются его жители, которые вынуждены, ко всему прочему, круглый год терпеть невыносимый запах сточных вод. Система канализации здесь давно прогнила, а подвал затоплен. Как вот мы живем и как вот мы дышим вот этой вот, как говорится, канализацией, вот этой грязью, вот этой и микробами вот этими. У нас уже скоро здесь змеи, наверное, заведутся, потому что, ну, жить здесь невозможно. Форточки не откроешь, окна не откроешь. Ни летом, ни зимой открыть окна просто невозможно. Собирали деньги, без конца чистим, трубу поменяли, все без толку. Я живу здесь 19 лет, с тех пор постоянно такая картина. Колодец прямо под окнами воняет невыносимо. По словам местных жителей, они уже не раз обращались в Акимат, однако реакции со стороны чиновников так и не последовало. Были попытки решить проблему самостоятельно, но и они оказались безуспешны. Все, чего просят жители дома номер 22 по улице Нефтяников, который, кстати, расположен у дома престарелых и инвалидов, чтобы их бесхозный дом взял на баланс какой-нибудь из кооперативов собственников квартир, чтобы их дети могли играть в нормальных условиях и открывать окна было не так страшно. Осекин Жалин, Алексей Уразов, программа «Факт».